Начало сентября, чарующее время, когда земля, уставшая от трудов, обильное отдать готово бремя созревших, спелых, налитых плодов. Прохладней утром и темнеет раньше, но дни еще как прежде горячи, разгар работы на полях и пашнях, и радоваться много есть причин. Причин задуматься есть тоже много, проверить, что мы сделали за год, продумать путь свой, сверить с Богом и посмотреть, какой мы дали плод. Сегодня праздник жатвы отмечаем, и повод есть нам подвести итог. Так хочется, чтобы нашим урожаем прославлен был Всевышний Бог.